Всем привет, это здесь игровой канал Saint Gamers, меня зовут Павел, и вы смотрите обзор модов на GTA San Andreas. Ну что ж, это 208 выпуск, и в этом я взял мод, который называется «Красная мина», и который нам позволит кидать красные бочки из машин и мотоциклов, самолетов, вертолетов, ну короче, из всего транспорта, то что есть в GTA San Andreas. Мод называется «Красная мина», но мы будем кидать красные бочки, и когда кто-нибудь на них будет наезжать, эта бочка будет взрываться. Довольно-таки неплохой мод, если я не ошибаюсь, это мод от создателей мода про ядерную бомбу. Вот чувак в таком стиле лепит свои моды, ну довольно-таки неплохо. А чтобы скинуть эту самую бочку, нужно нажать на X, это Ч русская на клавиатуре. Смотрим, вот так вот происходит взрыв, за нами, конечно же, менты. Бочки можно не бесконечно ставить, через некоторое время, вот, например, мы одну поставили, через некоторое время поставили другую. Вот давайте посмотрим, вот эта тачка взорвется у нас. Да, давай, конечно, где ты? Давай, хорошо, проведем время. Эй, тёлка. Ладно, давайте. Ну, тут очень прикольно вот эти бочки ставить, но мотоциклы на них очень редко нарываются, особенно ментовские. Сейчас где-то на минут 15 с этим модом играл. Мне довольно-таки неплохо понравилось. Ну, вот самые мотоциклы. Ой, там взрываются мотоциклы. Неплохо, неплохо. И также мы тоже на своих бочках, в принципе, взрываемся. Давайте сейчас посмотрим, на велосипеде будет это работать. Скорее всего, будет, в принципе, на всех транспортных средствах. Новенький неплохой мод, можно повеселиться хорошо. Чувачки. Сейчас я вас позрываю. Вот мой самый любимый велосипед. Так, садимся. Ну, я думаю, можно будет с него. Так. Да, смотрите, с велосипеда тоже можно и довольно-таки неплохо. Так. Что-то только мы не взорвались. Что-то какая-то бочка, когда она упала и не хочет взорваться. Окей, давайте следующую. Или просто у нас, может, силы не хватает, чтобы врезаться и взорваться в нее. А, нет, вот взорвались. Ой, я даже еще остался живой, правда, сейчас горю. А, нет, судить не горю. Ну что ж, вот такой вот довольно-таки прикольный мод. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.